Вот улица Мира. Вот улица генерала Тихонова. У главного архитектора Черногорска есть карта ремонта. Зеленым – то, что дорожники уже делают по контрактам. Оранжевым – то, что начнут вскоре. Для ремонта мэрия выбрала те дороги, где поток машин больше. Это все въезды в город, плюс центральные улицы. Черногорцев ремонт радует, но есть опасения, что слишком быстро строители кладут асфальт. Кстати, по Миру дорогу делали, вроде сделали, а качество не очень. Она вроде ровно, ну, волнисто идет. Ну, тоже, наверное, ненадолго хватит. Мэрия утверждает, что следит за каждым этапом работы. Все по нормам. Дорожники на другом участке подтвердили. Укладывают асфальт по технологии на немецком оборудовании. Наша фирма на толщине не экономит. Вот она, наша шкала. 5, 6, 7, 8,5 сантиметров идет. Укатанного будет железно 6,5-7. Это по нормам? Да, это по норме. Администрация планировала откапиталить с десяток улиц, но сэкономила на торгах. Нового асфальта будет в половину больше. Улица Мира до конца. Продлят ремонт и на генерала Тихонова, а еще на Горького, Красных Партизан, Бограда. Скоро пройдут торги и подрядчики будут, уверен главный архитектор города. В разы больше. В прошлом году мы освоили всего лишь только 12 миллионов рублей на сплошное асфальтирование. Сейчас уже освоили, контракты заключены на 47 миллионов рублей. И нам еще предстоит где-то 20 миллионов рублей по контрактам. По данным мэрии, отремонтируют за этот сезон пятую часть всех городских дорог. Чувствуется все равно, как бы это. Ну, это, мне кажется, все это перед выборами. Людям в пыль в глаза пускают просто и все очередной раз. Я так вам скажу, это... Почему раньше это нельзя было? Деньги же выделялись, и это... Такой вывод, конечно, напрашивается. Этой осенью Хакасия выбирает Верховный Совет, губернатора, ряд мэров и горсоветов. Но правительство заявило, массовые дорожные ремонты запланированы и на следующий год. Следующий год мы планируем еще увеличить минимум на 200 миллионов. И содержание, ремонт и твердое покрытие, асфальтирование. Деньги будут выделяться тем, кто с ними умеет работать. Судя по темпам нынешних работ, черногорская администрация зарабатывает деньги на ремонты в следующем году. Если республиканское правительство будет так же щедро делиться с черногорцами деньгами, то по оценкам мэрии за 3-4 сезона она починит вообще все дороги. Александр Тимофеев, Андрей Доржу, новости, 7-й телеканал.